С вами я, Зир111. И сейчас это последнее видео по игре, которое называется PUBG. Да, я начал играть недавно. Ну, играть уже, как знаю, как вы видите, у меня начальный скин. Ну, сейчас мы начнем. Так, я сейчас сделаю потише, чтобы вы меня слышали. Да, в PUBG достаточно долгая загрузка, но... Ладно, нормально. Так, я хотел давно посмотреть, что там находится. Этот не был. Но здесь типа бункера какого-то. Все, дальше пройти нельзя, наверное. Да, нельзя. Играю я это в одиночку. Следующее видео выйдет, когда Брол Джека и мой друг проедет. Мы будем снимать челлендж вместе с моей сестрой Алисой. Поздоровайся. Здравствуйте. Так, вот у нас такой самолет. У кого-то чайка называется. Так, выпрыгнул я вон там. Починить. Напишите, какой нам, вот по комментариям, если вы уже смотрите, сразу же напишите. Если лайк, то тогда мы будем снимать, типа, друг друга надо будем пранкать. А если комментарий, то мы придумаем что-нибудь другое. Так, мы... вот я уже почти спустился. Если вы услышите посторонние звуки, простите, тут моя сестра смотрит мультики, вот она побежала выключать. Так, не долетели, ну ладно. Идти в этот дом. Так, зайдем в эту комнату. Здесь у нас было хорошо. У нас уже есть два оружия. Так, это что? Вот, это хорошо тоже. Больше ничего нету. На балконе тоже, ну, давайте выпрыгнем. Я попытаюсь найти машину. Потому что у меня все уже есть нормально. Так, никого нету. Давайте зайдем в этот дом. Тут нельзя пролезть. Нет, нельзя. А, нет, показалось, мне показалось, там кто-то был. Так, давайте. Возьмем это тоже. Так, все. Я все взял. Блин, у меня есть такой. Давайте возьмем к своему патрону. Сходим туда. Так, давайте возьмем за место пистика. А, нельзя, точно. Ну тогда возьмем вот так. Так, сейчас спущусь.
Ой, извиняюсь. Так, вот теперь надо идти на поиски машины, и тогда мы поедем куда-нибудь. Подальше отсюда, а тут опасно находиться. Чтобы не красный. Красная зона, если вы не знаете, это... начинают бомбить вас, типа, с ракетами. Так, ничего не понял. А, я понял, почему я пришлось. Сломанная машина. Потому что я случайно стрелял из этого, из дробовика. Вот, возьмем дымовую. Все патроны на них. Кого я пока что не вижу? Ладно, давайте пешком. Так. Мы идем в правильную сторону. Ой, наоборот, нет, правильно. Надо идти в бухту. Да, в ту сторону. Да, в бухту. Подойдем к этой реке. По мосту перейдем и... начнем дальше. Ну все, я не буду вам показывать карту. Давайте я пока что беру оружие, чтобы быстрее. Да, идти нам без машины, конечно, долго, но надеюсь, мы встретим кого-нибудь и... ну ладно. Давайте я приостановлю запись, пока ничего нету. Интересно, а вот есть. Куда у нас стреляли? Стоп. Я не понимаю, где. Давайте за камень спрячемся. Вот он бежит. Все, убили. Так, что у него было с собой? Сейчас посмотрим. Так, ну, давайте просто будем брать всегда патроны все, на всякий случай. Так, извиняюсь за этот скрип. Ну, сейчас я поставлю на паузу. И я продолжил, так как я... нашел машину и врага. Так, увидели. Вон там еще один. Что у него? Кто у него? С кем он стреляется? Надеюсь, он один и был тупой просто. Вроде никого не слышно.
Ладно, давайте я пойду к машине. Подбирать я у него там ничего не буду. Так. Садимся. И сейчас мы едем к мосту. Ну, мост. Так, давайте пересядем на УАЗик, чтобы... Не знаю почему, но он мне больше нравится. Не, правда. Там сейчас был дым нигде. В воздухе. Вот все, мы подъезжаем. И как вы видите, везде в основном русские машины. Ну, советские. Ой. Например, Запорожец. Стоп, это Лада. Вот это Запорожец, это что? Это Лада, вроде бы. Ну ладно, сейчас мы не для этого играем. А просто для веселья. Троих я уже убил. О, давайте ее собьем. А вот. Давайте-ка. Жив. Уже нет. Давайте я перезаряжу сразу же. Так. О. Так, шлем. Хорошее нам попалось. Что тут? Давайте еще вот это. Все. Подходим. И никого нету, так. Давайте мы куда-нибудь на гору заедем. Стоп, мы в красной... Да, мы в красной зоне. Ладно, давайте я ее из нее выберусь. Так, мы уже почти выбрались из красной зоны. Сейчас я никого не вижу. Да, никого нету. Вот, все, давайте, мы заехали сюда. И здесь останусь. Так, проверим деревушку. Не знаю, что это, конечно, но проверим. Что или что-нибудь там будет полезно. Что за звук? Давайте возьмем вместо пестика дигл. Так, все. Никого тут нету. Только жалко, у нас нету снайпы какой-нибудь. Потому что снайпа сейчас бы пригодилась. Сейчас я покажу нашу цель. Ну, в общем, вот. Только здесь не совсем видно.
потому что на телефоне это не совсем прогружается. Мы поедем туда. Давайте. Так, осталось 25 человек. Мы убили 6 игроков. Давайте возьмем. А, места не хватает. Давайте за место Энки возьмем вот это. Так, что у нас есть ненужное? Так, давайте прицел X4 сюда поставим. Ну и ладно, все, хватит. Полезного больше ничего нету. Ну и ладно. Давайте сядем и поехали к базе, вон, да, база. Так, сюда заведем, и я начну и снайпер стрелять. Потому что это уже у меня снайперка, потом я приделал прицел. Вот. На базе я никого не вижу. Осталось 12 игроков. Такая у нас уже зона. Ладно, пока никого не видим, и снайперки можно и не стрелять. Так, давайте я заберусь повыше. Дома никого нету. Есть. Где? А, вот он. Черт. Так. Был вроде бы еще. Так, ну все. Сейчас вроде бы никого нет. Так, давайте я приму более удаляющее. Так, в топ-10 мы уже... О! Я не заметил, что он туда упал. Так, никто к нему не идет, надеюсь. Так, давайте... Черт. Че я вылезу? И да, я его не смог убить почему-то.
Так, ну, на этом, я думаю, на этом я закончу. 8 убийств, это, я думаю, нормально. Давайте получим награду. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Напишите в комментариях, какие вы хотите. Пишите под любыми видео, которые я выпускал на Challenge TV. Ну, там есть и про Brawl Stars, потому что я переименовал просто канал. Пишите под любимое видео комментарии, что вы хотите. Потому что мы не знаем, что на ваш вкус. Ну и выпускаем. Оценивайте наше видео. Уже 25 просмотров набралось на нашем челлендже. Это хорошо. 6 лайков. Тоже очень хорошо. И вы набрали нужное количество. 5 лайков, уже даже 6. Ну, и на этом я закончу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И сегодня мы выпустим новое видео про челлендж. Давайте. Всем удачи и всем пока. До скорой.